Fuck. Такие арки с колоннами. Там посмотрите, какие помещения под стеклом. Такая арка. Витринные огромные окна. И вот какое здание. Почти все под стеклом. Ну вот вам и материальная база, ту, которую мы видим. Университетов, занимающих первые места в списке лучших университетов мира. К сожалению, университет МГУ Московский не попадает в десятку первых и лучших. По-моему, даже и в сотни не попадает. Но все впереди. Надо к этому стремиться. А про университет Шевченко и другие вузы Киева, Украины, я пока вообще ничего говорить не буду. Тоже все впереди. Строительные работы. Строят новые корпуса. А вот и вертолет, который шумит. Современная новая архитектура соединяется со старыми постройками. Замечательно. Студенты приезжают на занятия своим транспортом. Проходная система. Как же мне нравятся вот те маленькие скульптурки с разными позами. О чем они говорят? По фасаду всего здания. И все они абсолютно разные. Присмотритесь, их видно.
листва закрывает. Каменные джунгли. Ну, какой же?